В Москве в связи с фестивалем «Круг света» ограничивается автомобильное движение. Так, с 21 по 25 сентября будет перекрыта улица Петровка от Кузнецкого моста до Театрального проезда. Нельзя будет проехать по Крылатской улице в районе ее пересечения с улицей Нижнем На Новоцарицинском шоссе, а также на улицах Тюрина и Первой Радиальной по некоторым участкам будет, э, будут пропускать только общественный транспорт. Полную схему ограничений можно посмотреть на сайте Департамента транспорта столицы.